Японской бабке внук, народ, вы даже не представляете, чё я удумал. Это каролинский жнец. Это самый острый перец в мире считается. Made in Польша. Домик в Польше. Два красных Порше. Етицкая бамыш. Я того касатку по пузику гладил. Каролина Трипер, блядь. Все, сам Бог велел мне сегодня за грехи расплатиться. Блин, от этого перчика люди даже Богу душу отдают. Я как бы мне в кому не упасть. Я взял мороженка, короче, сливки, молоко. И я это, ну, естественно, с чем же еще? С красным дошираком. Это будет самый острый доширак в моей жизни. Ну и, короче, решил это самое, бургер сделать. Блин, булочек не было, взял хрустящий батон на хлеб. Все, я уже вспотел. Ну что, поехали экспериментировать. Здорово, народ! Сегодня мы с вами отправимся в загробный мир. Словно чужой тебе смотрит прямо в душу. Етицкая богомыш, Каролина Трипер, Трипер, блин. Ну, вы видели. А прежде чем я отправлюсь в кому, так скажем, я хочу насладиться двойным чизбургером, который я забабахал. Посмотрите, какой он шикарный. Всем приятного аппетита. Вот это Биг Мак. Ну ладно. Че вот это? Народ томить. Может, вот так он сделать? Минута, блин. Слайк, что-то я очкую. Да ты успокойся, ты еще раз так делал. Блин. Что мы сделаем? Размешаем его. Булькой. А потом напишите в комментариях, вы когда-нибудь пробовали подобное? Я даже не знаю. О, доширак. Доширачик мой. Родненький. Ух ты, сука. Я ж тебя, а ты, вот так ты, да? Бесы из него хотят выйти сами, короче. Даже сам дьявол говорит, ты чё удумал, придурок? Доширак мне тоже намекает. Прекращай. Ну-ка. Блин, он еще и горячий. А если я вот это добавлю, как же я его есть-то буду? Я вообще не смогу его сожрать. Я не знаю, сколько его надо, короче. Ну, что я могу сказать? Ну, прощай, здоровья. Что-то я быстренько так... С горчицы перешел на шрирачу. Шрирача что-то какая-то фигня. И тут сразу прям самый острый перец в мире. Я даже боюсь понюхать его. Ой, бля, концентрат прям чувствуется. Что-то я сомневаюсь, что он прям капец такой острый. Мне кажется, это шляпа.
просто вот прям на кончике хочу попробовать. Ёб твою мать. О, да ну на. Ой, бля. Серьезно, что ли? О, сука. Языки пламени меня обожгли прям. Это будет самый острый доширак. Это вообще, я прям на кончике. О, она у меня аж сутута уже горит. Фу, я сейчас добавлю, я не знаю, сколько добавить. Вот так. Это очень много. Да хрен с ним. О! Етицкая богомышь, японская бабка. Меня уже в жар кидануло. Надо очень хорошо размешать. И, наверное, может быть, подождать, пусть он это чуть остынет. Ох, бля, это прям концентрат. Ой, хорошо перемешаю. Фу, сука. Знаете, что самое хреновое? Оно не отпускает, оно горит у меня там. Как будто лизнул горящий, знаете, уголек. И обжегся. Фу, аж слюни текут. Ой, давайте насладимся пока что. Пока можем. Последние секунды. Блин, все, язык уже это онемел, блядь. Навеяли воспоминания, как мы с Лёхой табаско хавали. Это далеко не табаско. Блин, язык печет до сих пор мне. Все. Вкусы потерял. Оно сожгло мне нафиг. Вот туда. Но вкус по бокам еще чувствую. Ощущение. Я буду звонить самому Деду Морозу с утра, чтобы он по щучьему велению, по моему хотению, просто застудил мою жопу нахрен. А то, мне кажется, если с предохранителя снять, шпингалеты полопаются вместе с глазами, бля. Перед смертью не надышишься, блин. Ну, хотя бы полбутера съем. Пока еще что-то ощущаю. Купил я эту шляпу. Магазин называется. Давайте станем друзьями. Стоит она 389 рублей всего. В интернете посмотрел, там дорого что-то. Блять, ну куда ты? Хотя, пофигу, я все равно даже этот бульончик выпить не смогу. Я так нормально добавил. Блин, а горячее, оно прям огонь на огне будет. Блин, я хочу, чтобы остыло. Да ладно, чё мы? Мы не ищем легких путей. Чуток остыло, и ладно. Просто лапшичку сейчас. Ну, что я хочу сказать. Народ, было прикольно. Прощайте. Блять.
Даже не жую, я глотаю, оно, короче, жгет. Прошу пардонить. Что-то какой-то кайф, что ли, мазохист точно. О, что это такое, кто знает? Покемон какой-то. По-моему, я схожу с ума потихонечку. Ой, да я добавил там совсем чутулю. Что там вот это, ничего, но не острое. Бурленчик, бурленчик. Ну-ка. Оно, знаете, отрывками, участками, но пока еще не сильно. Ой, в желудке запекло. А что если усилить эффект? Чтоб аж слезы, чтоб огонь с глаз потек. Еще. Ну тут вот. Тут прям я совсем чуть-чуть съел, оно пекло так, что. Ой, бля, все. Вот теперь точно хана. Блядь. Аж подташнивает. Хана всему. Ну, зато бациллы погоняем, правильно? Хана поджелудочной. Ой, а вот тут вокруг все горит сейчас, прям вот прям только сейчас после вкусия пришло. Бляха-муха. О, у меня аж затылок мокрый. Прошу пардонить. У меня аж руки затряслись. Фу. Фу. Все нормально? Живой я? Или это уже я уже сдох, и это лишь отпечатки моего мозга. Мне кажется, что я живой. Что-то со мной не так. Почему меня тянет все равно это жрать? Можно я просто губы помажу так? Что оно горит? Мужики не плачут, мужики ссут глазами. Мороженка вкусная. Мороженое с огнем. Ой, бля. И бурленчику. Все, точно хана. Ух, я походу привыкаю или что, или нет. Усилим эффект. Фу, блядь, что-то я аж вспотел. Добавим еще. Куда? Я не... За, нахрена? Ну зачем? У, блин, аж дышать это. Теперь точно прощай. Здоровье. Блин, от остроты слюни текут прям. Это и кайф, и больно, и я не знаю, как это объяснить. Но я точно извращенец какой-то. Садомазда. Блин, лучше не дышать. И вот тут горит она. Японская бабка, аж отрыжка такая.
Я держусь молоко и сливки пока. Ой, что это за звуки? Что-то ни хрена это не Каролина Трипер. Не острый вообще. Аж дыхание спёрло, блядь. О, вот это приход. Ой, блин, в нос чуть-чуть. А что-то ж я ж еще хотел. О, я слышал, там хлебом можно заесть, там крахмал. Не, фигня. Вообще не острый. Вообще дебил. Нахрена я это ем? Ой, в желудке печет, прям чувствуется. Как батя борщ хавает с красным перцем. Ой, оно вот тут прям пекёт. Губы пекёт, язык. Я ничего не чувствую. Слюни прямо вытекают. Сейчас шпингалеты лопнут нахрен. Какой вкусный бургер. С этой остротой. Я почти ни хрена не чувствую. Как я смотрю на это мороженое, чтобы взять и потушить пожар. Я не знаю, должен доесть. Блин, как бы мне плохо не стало. Там я притворяюсь, оно вообще не острое, честно. Фигня полная. Я переигрываю, сижу. По вкусу как первый доширак пошел. По-моему, я губ нахрен не чувствую. Туман какой-то. Это защитная реакция организма. Это все нормально. А тем не менее, лапшичка заканчивается. Очень не острый. Нормально. Фигню какую-то подсунули. По-моему, подделка. И смотрите, это у меня нормальный организм. Реакция. Это я всегда так. Ну, и запить.
Даже не красный. Горчица и то мощнее была. Слюни сразу вытягиваются почему-то. Ты кишкануть? Ой, я тут такую шляпу пробую. Это вообще самый острый перец в мире, бляха. 2 миллиона сковелей. Что-то меня надурили, нифига он не острый. Хочешь попробовать? Хорошо. Что-то меня аж в мороз ударило. Не-не. Какой-то у него эффект. Сначала жгет, а потом отпускает. И вот сейчас прям после вкуса прям сильно. У меня очень тут горит. Язык вообще не чувствую. В желудке печет. Как будто водки стакан навернул. А в целом нормально, в принципе, знаете. Я его совсем чуть-чуть-то лупанул. Вот сейчас будет мясо. Бурленчик. Ой, бля. По-моему, леса горят. Кто-то мне пшикнул с газовой горелки прямо на язык. Организм мой говорит, ты чё, дурак? Оно не помогает. Нормально. Живы будем, не помрем. Каролина Трипер. Вот, наверное, и мороженком надо будет заесть. Сейчас. Мужик. Хорош.
Оно горит. Да ладно, я притворяюсь, ничего она не острая. Тут джем есть. Ой, бля, я когда дышу, она... Сейчас оно вообще горит. Нахрена я это сделал? Блин, аж башка заболела. Вот это послевкусие. Не стихает. Фу, ну молоко чуть полегче стало. Самое дерьмовое это то, что оно, о бля, опять ждет то, что оно сейчас вот только начало, язык прям колет. Вот сейчас вообще слезы тихли на него, слезы тихли на право. Мороженка вкусная. Как будто я лаву лизнул во рту сейчас вот так. Все, народ, не буду долго распотякивать, а то вон уже полчаса сижу, тут помираю. Ой, бля. Всем большое спасибо. Всем здоровья. Я не знаю, что будет с утра. Шпингалеты лопнут точно. Снеговик, ты где, родной? С Дед Морозом и Снегурочкой вместе. Блин, молоко, все это мороженое прошло, опять гореть начинает. Ну, вам желаю здоровья крепкого. И не переживайте вы ни за что. Все обязательно будет хорошо. О, с вами был Юрец. Фух, Христос воскресе. Пока.